иногда леща даю. Все, друзья, началось. Смотрите, сколько народу собралось. Вы когда-нибудь видели, чтобы столько народу собиралось на эндуро-гонке? Кого нашел? Как ты это сделал? Здравствуйте. Здорово, братан. Ты посмотри у Чернева, какие тачки стоят. Ауди, Бэха, Мерин. Так там, смотри, команда какая. Надо спросить у Даньки, как? Просто спросить, как вот это. Но он ответит, надо просто хорошо ехать. Дамы и господа, Егор Харитонов. Ой, прости, Костя, прости. Рыцаря, не загуби этого, блядь. Ладно, Егор, вопрос такой. Говорят, ты поссорился с Кириллом Потамышневым. Ну ты же его подражатель. Многие говорят, что Егор Харитонов — это подражатель Потамышнева. Нет, это его темная сторона только есть. Ну, блядь. Егор Харитонов, не повторим, блядь. Евгений, я знаю про него все, блядь. Мой товарищ. Он был подражателем. А вы что поссорились-то? Что ты начал электричку-то продавать? Что случилось? Во-первых, я ее продал. Уже? Потому что это хуйня. И все. Только душа мотора, блядь, и рев двигателя способен возбудить мужчину настоящего. А электричка, а резиновая баба, знаешь, и... А, тебя к резиновой бабе подтянуло, да? И ну, какой-то мукиво. Был, ебанечный опыт такой. Егор Харитонов два месяца назад пиздел другую хуйню, говорил, что вы все долбоебы, электричество охуенно. У него новая погоняла, вибратор, блядь. А, там еще... Бабки отрабатывать-то надо, блядь. Бортничук сказал скинуть видео, где ты, помнишь, полчаса заезжал и сказал, что ты лох. Я этот взгляд везде узнаю. Там вчера Егор, блядь, полчаса нахуй заезжал ее. Серьезно? И вы то его потом там в конце поймали и затащили. Фу, блядь. Нахуй. Есть видяшка, блядь. Сюда... Да. Давай, скидывай. Разъебись, блядь. Ну да. Можно я ему скину? Да, скинь, конечно. Мне вообще-то пизды, блядь. Он же тебя троллит. Мне на ваше мнение вообще насрать, блядь. Ну, это правильный подход. Хоть обосритесь там на диване, блядь. Какие планы-то у тебя на гонке? Ты же в бронзе едешь. Планы? Да. Почему не в серебро? Потому что я думал на электричке ехать, зарегистрировался в бронзу. Лох, есть же видео. Это что за спрашивание? Не вырезай этого долбоеба. Ладно, не буду. Ну все, удачи, ребят. Давайте. Вот этот. Иван Эспер, дай автограф. Да! Сколько вы заплатили за это? Мы нисколько не заплатили. Добрый день. Дай я прокачусь, пожалуйста. Можно вопрос один? Давай. Как так получается, что ты пересаживаешь сначала всех на шерку, а потом всех на электрические мотоциклы, а? Парни, не следите за мной, я человек настроения, я люблю разные мотоциклы, все люблю пробовать, потому что ищу всегда что-то интересное. И второй вопрос. Давай. А вы что, с Егором Харитоновым поссорились? Нет. А что он тогда электричку продал? Слушай, мы хорошие друзья, а ему не зашло. Да? Да, ему не зашло. Так бывает. Ну, бывает. А мы подумали, что он твой, это, типа, подражатель, знаешь, вот ты этот пикап, он пикап. Не-не, мы... Он пикап, я как он пикап. Просто... Хорошо, а Пашка где? Пашка там. Катает? Сегодня поедет в классе электро вместо меня. Да ладно? Да. Кирилл Васильевич, ты же хотел ехать сам. Я, да, хотел, но я травмировал плечо, ничего не могу с этим сделать. Ну все, скорейшего восстановления. Да, я должен попробовать? Да. Можно я прокачусь чуть-чуть? Конечно, лучше БСЕшка. Вот это БСЕ, да? Да-да, охренеть. Кирилл Васильевич, что такой жесткий? Классный. Потому что быстро. Я думал, может, ты килограмм 120 весишь просто. Кирилл, такой резкий. 90. Короче, я на электричке взял у Кирилла Васильевича. Очень непривычно то, что у него место сцепления вот здесь. Задний тормоз. Я езжу много на скутере, задний тормоз здесь. Это же кайф. Кайф. Ну, задний амор очень жесткий. Он вообще жесткий. Да. На нем надо хуячить. О боже, тут сам великий Андрей Журавлев. Здорово.
сделай автограф мне на титьке вот здесь, нарисуй. Вон, возьми. Помнишь, я на тебя что-то буксовал, что ты фигово едешь в Париже особенно? Да. Хочу извиниться, братан. Вот реально. Ломали делаешь? Ты же в Белоруссии-то второй приехал. Ну посмотри в камеру-то. Вот все слова, которые я про него плохое говорил, я забираю назад. Он второй в Беларуси приехал. Какой класс был там? Б3. Ну, там Б3. Все серебро. Арина! Привет! Как оно? Я все нормально, вы как? Мы плохо, боимся очень. Чего-чего? Очень страшно, говорю. Боишься? Первый раз на гонках, конечно, такого уровня. Дома. А, ты отъездил уже? Откатал? Че, сложно? Нет? Прыгал? Пацаны, вот смотрите, как должна работать команда. Вот откатался, мотик поставил, а Славик уже о пловчике позаботился. Пока ты ехал, я снимал, бегал. А я тебя не снимал. Вот. Видите, вот отличается, чем плохой от хорошего. Должен быть антигерой. Да, у нас в этом плане все хорошо. Есть положительный, есть отрицательный герой. Я ему иногда леща даю. Ну, не без... А всегда добро должно побеждать зло. Все, на этом я ухожу на перерыв. Слава! Вот ты знаешь, почему я не смотрю чемпионат по футболу, когда наши играют? Когда я смотрю, они постоянно, сука, проигрывают, блядь. Вот я пошел тебя подснять, и ты упал, блядь. Давай! Я сейчас сияю, как будто бы я виноват, знаешь. Пошел смотреть, и ты упал. Лучше бы не смотрел. Бурак, привет! Привет, как дела? Отлично, Бурак. А какими судьбами ты на 100%? Да. Я приезжал, мне говорит, все, друзья, привет. Ты 100% приезжаешь? Не знаю, хочу в следующий раз участок. В каком классе поедешь? Золото, серебро, бронза? Гол. Гол? Да. Красавчик. Но мы к тебе в этом году приедем. Да, хорошо, отлично. Привет, привет. Я просто иногда смотрю Инстаграм, ну, запрещенную сеть, она у меня плохо работает, и ты там прям конкретно так тренируешься. Постанова. За меня каскадеры заезжают. Не, серьезно, ты в леди. Это все, чтобы кошмарить мужиков, а потом вот раскладываться на стадионах, и они такие, да ну это все, это херня. Мы же скоро вам общались по поводу тебя. А, так, что? Мы думали, долго думали. Для чего? Нет, для чего девчонки в эндуро? А, девчонки в эндуро для себя, парни, прикиньте. Если ты что-то залип немножко. Да? И для вас, конечно же, чтобы вы любовались, радовались и мотивировались. Вот, и мы для этого подумали, что должно быть что-то у нас в страданиях, что-то прекрасное будет. Да. Ну ладно, Свет, давай, удачи тебе. И тебе тоже удачи. Вот, и катайся. И радуй нас своим контентом. Подписывайтесь на мой канал. Да. И подожди, и Сусанин трип. Да, Сусанин. Я помню. Марин, поедешь на Сибускай?
Да. Соловью поедем жить? Да. Будем жить. Бронируем. Сережа, Соловью уже 2 места. Мы занимаем место.